Когда недорого, это, конечно, хорошо. Когда еще и удобно, совсем хорошо. Современные технологии шагают по планете и меняют, казалось бы, давно устоявшиеся вещи, в том числе и в Иркутской области. Теперь собственный смартфон жители региона могут использовать в качестве личного консультанта и с его помощью контролировать свои коммунальные счета. Для этого достаточно войти в один из популярных мессенджеров, да, тот самый, через который тысячи человек обмениваются сообщениями каждый день. Именно там можно познакомиться с новым сотрудником компании «Иркутскэнергосбыт». Фактически это компьютерный консультант, через которого потребители смогут передавать показания счетчиков или сразу же оплатить необходимую сумму с помощью интернет-банка. Но все же главная задача новой функции – формирование у потребителей платежной дисциплины. Многие люди по-прежнему не умеют или не хотят контролировать собственные счета. Нередко возникают задолженности, как следствие отключения того или иного ресурса. Чтобы этого не произошло, достаточно лишь воспользоваться интернет-помощником от ресурсоснабжающей организации. Это сделано, чтобы облегчить возможность общения с Иркутскэнергосбытом наших клиентов, так сказать, заочно, не заходя в наш офис, чтобы они не стояли в очереди, чтобы не волновались, не тратили свое время. Это не панацея другим способом, это еще один альтернативный способ обслуживания клиентов. Клиенты могут выбрать для себя удобный способ. Поэтому теперь привычные ритуалы станут еще проще и доступнее. Всю информацию о том, как подключить новую услугу, можно узнать на сайте ресурсоснабжающей организации. Там же вам напомнят и прописные истины. Передавать показания счетчиков необходимо до 27-го, а оплачивать услугу до 10-го числа следующего за расчетным.